На часах 12.07, это программа «Мужской понедельник». Мы продолжаем вторую часть, мы говорим об итогах выборов в Кировской области. У нас сегодня в гостях эксперт Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-Информ». Еще раз добрый день. Да, всем привет. И Дмитрий Михайлович Русских, парламентарий с большим опытом. Не хочется говорить, что бывший, может, еще и будущий. Ну, как Бог даст. Да. Еще раз добрый день, мы продолжаем. Мы первый час, напомним, проговорили в основном все про итоги губернаторских выборов. Еще раз напомним, если вы не в курсе, то с результатом 64% голосов губернаторские выборы в них побеждает временно исполняющий обязанности нашего региона, губернатор нашего региона Игорь Васильев. Итак, выборы в Гордуму. Я бы еще добавил, как и в 16 других регионах, где проходили выборы губернаторов. Да, во всех регионах, где мы проходили. Ну, кстати, да, там, кстати, уже появился рейтинг, сколько они набрали голосов, он на 13 месте. Ну, хороший вариант. Ближе к концу по количеству. Там же республик очень много. Да-да-да. Ну, главное, снова выше 50, и все остальное уже забудется. Вы понимаете, как удачно избирает администрация президента и президент кандидатов. Попадание 100%. А вот как бы нам формировать сборную команды по футболу, да? Чтобы у нас... Так вот... может, президенту поручить? Да, сборную команду, и мы сразу всех выиграем. А между прочим, в Яранском районе Кировской области Игорь Васильев набрал менее 43% голосов. Ну, не принципиально. А максимум 83% в Белохолуницком районе. 64 – это средняя страница, цифра по региону. Хорошо, да. Итак, выборы в Кировскую городскую думу, которым было у многих более такое трепетное отношение, более внимательное. Они просто нам ближе. Они нам ближе, да. И там было, был и там шанс. Была интрига. Да, интрига была. Да. Итак, вот какой расклад. Пусть небольшая, но была. И вот какой расклад. Опять же, предварительные пока данные, официально пока не утвержденные. Побеждает в выборах в Гордуму «Единая Россия» 36% голосов. Согласен. За ЛДПР проголосовали почти 22% избирателей. 21,5%. Да. Справедливая Россия 19,5%. Ну и почти 20. 25. И на четвертой позиции с резким падением, да, по сравнению с предыдущими выборами в 2012 году. Да, с городскими, 10% почти потеряли. КПРФ. Да, 13%. И еще и коммунисты России. И коммунисты России проходят как бы в городскую думу с одним мандатом. 5% они преодолели. Что, озвучить имена одномандатников, они уже известны. Среди одномандатников только лишь двое из 18 кандидатов представляют не «Единую Россию». Это представители «Справедливой России». Владимир Журавлев, небезызвестный нам, директор Котельнического молочного комбината, и Александр Востриков, замначальника отдела безопасности по системам контроля Кировского молочного комбината. Ну и остальные. Два молочника. Хорошо. Да, ну и остальные 16, собственно, представителей «Единой России», одномандатников: Елена Ковалева, Юрий Лупов, Михаил Шихов, Татьяна Платунова, Владимир Рипников, Надежда Шабалина, Алексей Анисимов, Роман Зяблых, Оксана Бурганская, Василий Хлимаков, новичок, кстати. Далее Алексей Рябов, это главврач детской областной больницы. Владимир Кадычагов, ныне возглавляющий школу номер 7. Далее Валентин Анкудинов, Сергей Халевин, Юрий Шлемензон, которого мы... Тоже новичок, которого мы собираемся набрать. И еще Лариса Копсова. Все практически бывшие. Медицинского университета. Вот такой расклад. Многие уже были городскими депутатами. Уважаемые эксперты, давайте... Обсудим, что же мы получили и как нам с этим дальше жить. Оправдались ли надежды, хочу в первую очередь спросить. Ну, с одной стороны, может быть, не надо испытывать иллюзии. С другой стороны, нет худа без добра. Хочу сказать, что, конечно, явка очень сильно подкачала, потому что я все-таки надеялся, что кировчане как-то расположатся к тому, что, может быть, на самом деле внизу у нас появился шанс самим что-то решить, кто будет у нас, в принципе, работать в городской думе и чьи интересы они будут в первую очередь отстаивать. Потому что это муниципальные выборы, они для нас всех ближе. Да? Мы кировчане, мы очень сильно переживаем, что происходило в наши годы, благодаря 10 лет захвату определенными олигархическими структурами во главе с господином Быковым городской власти, к чему это привело и что мы сегодня имеем. На самом деле, то, что мы поймем, мы еще не знаем до конца, потому что я думаю, что если оппозиционные депутаты, которые прошли в городскую думу, объединятся и затребуют, чтобы была проведена ревизия всего городского хозяйства, особенно в МУПах и всего происходящего, то я думаю, что мы много в ближайшие годы узнаем, даже месяцы, интересного. Если объединяться, если найдут в себе силы. Получается у нас сколько человек? Порядка 13.
13 депутатов у нас всего из 36. Из 36, да, то мы точно понимаем, что они не набирают эту половину, которая могла бы им дать возможность сформировать или претендовать на кандидата на главу города. То есть Единой России мы вплюсуем одномандатников и... Да, конечно. Это будет единая фракция, да. И она составит 23 депутата. То, в принципе, баланс этот сохраняется, как был и в 2011 году, когда в 2012. Ну, в пятом созыве. Да, в пятом и четвертом, в принципе, да, в четвертом тоже самое примерно было. Значит, то мы говорим, что фактически там реально, глобально, ну, мне кажется, что ничего не изменится. Потому что, в принципе, большинство остается за теми же людьми. Единственное, что вот мы можем дальше перейти к обсуждению. Я так понимаю, что в самой Единой России произошли определенные изменения. Там есть 3-4 группы влияния, которые фактически сегодня перераспределили как бы влияние на город. Ну, это мое такое мнение. Потому давайте что... проще, чтобы было понятно, что за влияние, что значит перераспределили. Ну, смотрите, как бы есть как бы три группы, на мой взгляд, сегодня в «Единой России» внутри. Там. Это есть директорский корпус, как я их называю, красные директора, которые, в общем-то, сегодня как бы имеют определенное единство. Они выдвигали своих кандидатов по определенным своим заводским округам. Значит, они как бы сегодня и претендуют, если вы читали информацию уже, я думаю, что она близка как бы к правде, что они будут рекомендовать «Единая Россия», в том числе, я думаю, что и уже выбранный губернатор, на должность главы города первого в списке «Единой России» работника завода «Лепси» Коновалова. Замдиректора по безопасности. Да, значит, при всем при этом, как бы это будет, я думаю, что такая реальная кандидатура, которую, в общем-то, наверное, поддержит сам губернатор. Значит, это показывает... Предполагаем. Предполагаем. Это говорит о том, что он, в принципе, больше сегодня тяготеет именно к промышленному комплексу, к производству, к тем людям, которые, в общем-то, сегодня возглавляют эти все промышленные комплексы. Это завод «Маяк», «Лепси», «Авитек», «АЦМ» и так далее. Угу. «Сельмаш» завод, наверное. Значит, вторая группа влияния у нас всем известная, которая там была представлена определенной, как называлось в народе, ККБ, во главе с Владимиром Васильевичем Быковым, да, которые тоже, наверное, хотели иметь какого-то своего кандидата на главу города, потому что, в общем-то, за 10 лет они очень полюбили наш город, и он стал им близок даже ихним семьям, да, особенно Владимира Васильевича, потому что влияние семьи на город, оно громаднейшее. Значит, я думаю, что ихний кандидат, наверное, был в какой-то степени сохранить Владыкина, потому что мы говорим, что это управляемый человек, и особенно этой группы влияния. И с этой точки зрения, на крайний случай, они пошли бы на Ковалеву Елену Васильевну, которая тоже, в общем-то, рассматривается как один из кандидатов на главу города. Экс-министр финансов. Финансов, да. Значит, и третья группа, это всем известный там Олег Валенчук, который тоже представляет определенную группу в «Единой России», которая является депутатом Госдумы. И тоже были его кандидаты, которые тоже прошли на выборы, в том числе Юрий Львович Лемензон. Ну вот, а вкратце, вот тут... Весь... Но при всем при этом они не враги. Они не враги и не друзья, они просто вынуждены быть в одной машине, которая едет... Под одной шапкой. Да, под одной шапкой, и внутри себя там уже это все распределять. И понятно, что сейчас очень важно будет, какая группа, сколько наберет штыков именно при распределении, особенно партийных мандатов, потому что на первый взгляд они уже все по одномандаткам видят. Там, да? Значит, то вот тут и будет, наверное, основная интрига между тем, кто все-таки будет у нас главой города, и как остальное время будет... происходить именно развитие или снова там развал города, или как бы застойные времена начнутся, то это вот буквально, я думаю, что в скором времени будет видно, кто все-таки пришел и какая группа влияния все-таки побеждает. Кто будет, или, на ваш взгляд, без разницы, кто будет? Нет, разница от этих трех групп, на ваш взгляд. Я думаю, что разница все-таки она существует. Объясню почему. Потому что в данном случае одну группу влияния мы уже изучили за 10 лет, это в лице Владимира Васильевича Быкова. Там, да? В любом случае смена группы влияния. Да, все равно мы понимаем, что вероятно из того, что эта группа будет заменена и отдалена от городских там вопросов и имущества и бюджета, это там она уже, ну, близка к теме, что вернее всего, что судя по тому, как было заявлено, что если все-таки главой города будет Коновалов, а главой администрации планирует Шульгина, то понятно, что это совершенно новая команда, она совершенно никак не относится группе влияния номер два, и она, конечно, будет вести себя совершенно по-другому. Да. И в этом случае я рассчитываю о том, что как бы группа влияния номер один будет заинтересована в том, что если оппозиция все-таки выдвинет предложение провести большую ревизию в городском хозяйстве, я думаю, что с точки зрения
как бы ума и стратегии, они должны это согласиться и поддержать. Потому что они это... в этом тоже заинтересованы. Да, они в этом тоже заинтересованы, потому что, еще раз говорю, хочу сказать, что задача любой власти — вернуть доверие населения и избирателей. Мы сегодня видим при низкой явке, что доверие низкое, даже при тех напряженных моментах, когда явка была... засушено, все работали на низкую явку, я имею в виду, что партия власти. Но, тем не менее, смотрите, очень интересные цифры. Явка 23, да? По городу. По городу, да. Вроде бы они считали, что они привели всех своих. Но если мы смотрим партийные списки, за единую голосуют 36, 64 голосуют за оппозицию, да. То сегодня и низкая явка не является сегодня гарантией прохождения «Единой России» в том объеме, который они хотят. Фактически получается, что большинство избирателей, пришедших, проголосовали против «Единой России». Даже при низкой явке, то мы говорим о том, что она, вернее, все, что разделилось. Там 10, которых привели, там 11, остальные — это люди с гражданской ответственностью, которые пришли и составили им конкуренцию. Да? На чем сегодня, в моем плане, еще удается отыграть «Единой России» — это одномандатные округа. Это такая старая практика, которая показывает, что одномандатные округа за счет административного ресурса им удается удержать. И практика показывает сегодня, что из 18 одномандатных округов, да, всего 2 берет оппозиция, 16 остаются за «Единой Россией». В принципе, аналогично с выборами в ОЗС. Да, в ОЗС. Да. И они сегодня за счет этого контролируют полностью городскую думу. То вот тут вот, знаете, вот как бы как качели начинаются уже, да. Ну, что еще заметил, очень интересно, вот буквально 2 минуты. Совершенно по-разному начинают голосовать избиратели. Есть округа, где, допустим, кандидат от «Единой России» идет первым, партия идет второй. Или с точностью наоборот. Да? Кандидат, допустим, «Единая Россия» идет первый, а кандидат ЛДПР или «Справедливый» обгоняет одномандатника по округу. Да? Ну, говорит это о чем? О том, что люди совершенно по-разному сегодня воспринимают вообще бренды. Они голосуют в первую очередь за людей, и второе уже там за партию. И это ведь неплохо. Да, это неплохо. Объективно. Это неплохо. То в данном случае, как раньше было, допустим, если мы говорим, что, допустим, «Единая Россия», там одномандатник 20% и партия 20%, да, то сегодня такого практически нет. И есть как бы за партию, допустим, 30%, за одномандатника 20%, или наоборот, за партию 25%, за одномандатника 30%. То вот тут и точно так же происходит и у ЛДПР, «Справедливо» и КПРФ. Комментарий Азиза Алиевича тоже хочется услышать по итогам выборов в Гордуму, но уже после небольшой паузы. Так, отвлеклись. Время исполняющего. Да, пока еще время исполняющего. Разглядываем в окно. Итак, Азиз Алиевич, итоги выборов в городскую думу. Так красноречиво уже Дмитрий Михайлович высказался. Вы что-то хотите добавить, опровергнуть? Ну, состав изменился. Так, если мы говорим о, значит, партийных списках, на самом деле, то есть мы получим, что по партийным спискам «Единая Россия» завоевала всего 6 мандатов. 5-6 мандатов. 6, да. Всего 6 мандатов. То есть, да, я в этом смысле согласен, что в городе авторитет партии как таковой падает. И что касается одномандатников, мы уже с вами говорили, что там выжженное поле, и одномандатников фактически так, ну, если бы пришли не представители традиционных оппозиционных партий, дали бы им возможность, да, самовыдвиженцев, да, то я уверен, что кандидаты «Единой России» бы проиграли, потому что, ну, не все, но часть, потому что есть среди этих кандидатов действительно авторитетные, так сказать, люди, а есть, ну, просто попавшие по каким-то договоренностям там, значит, в этот список. И, но если бы были вот эти самовыдвиженцы, активные люди, которые бы знали, что они могут, то я уверен, что тут у нас возникли бы существенные проблемы. Теперь, что касается расклада. Продолжите. Что касается расклада. Но я вот даже сам с интересом слушал Диму и думаю, что если будет Коновалов, может быть, вот эта стратегия, значит, главой, которой Дима говорил, она и может реализоваться. Но не забывайте, что Быков все еще остается руководителем партии, да, председателем ОЗС и руководителем партии. Да. Поэтому этот сценарий, скорее всего, не имеет большого шанса, о котором вы говорили, там, по ревизию всего городского хозяйства. И, ну, вот, с моей точки зрения. Поэтому... Ну, будем-то надеяться на лучшее все-таки. Но лучшее это не то, что на самом деле... Вот для меня-то лучшее не то, что
пусть старые грешки кто-то там шевелит, для этого есть правоохранительные органы, если они почувствуют слабину, значит... Они уже давно чувствуют. Если они почувствуют слабину, значит, той или иной политической партии, я думаю, что и дадут им разрешение сверху, да. Мы же все знаем, откуда приходит разрешение, то они, скорее всего, раскроют свои папки. Вот. Но пока они не раскрывают свои папки, папки есть наверняка, папки большие, так сказать, толстые там и так далее. Поэтому не зависит от аудита в данном случае. Но я вот думаю, если по каждому сценарию, если будет, значит, Ковалева, насколько она подчинена, так сказать, интересам второй группы? Ну, может, частично, да. Но, с другой стороны, я Ковалева знаю как очень грамотного специалиста, который никогда за пределы закона, как таковой, старается не выходить. То есть она вряд ли будет служить там вот... Ну вот на 100% интересам какой-то олигархической группы. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Прислуживаться нет. Подождите, служить, в смысле, выполнять прямые указания? Вы говорите, ну да, да. Но с отвечать стороны, на просьбы, это разные вещи. Но с другой стороны, уверен ли я, что вообще с этой ролью, так сказать, главы города Ковалева может справиться? Ну не знаю, у меня как бы есть сомнения, потому что мы же видели на примере уважаемого мной Валерия Николаевича Владыкина, что... Вообще не справился. Не справляется, как бы, да. То есть мы не можем получить аналогичную ситуацию, да. То есть депутатом и замом, например, Владыкин хороший, как бы, был, да, а, извините, руководителем главы города уже. То есть тут вопрос-то вот в чем, что мы-то, те, кто являются пользователями, значит, услуг, которые нам городская дума во главе с председателем или... главой города оказывает, мы-то в каком состоянии будем при всех этих раскладах? Вот, я думаю, вот что, вопрос. Я думаю, что из всех кандидатур... Стабильно никаком. Да, из всех кандидатур «Единой России» наиболее подходящим в данном случае человеком, который может видеть ситуацию и панорамно, и детально. Стратегию, и так далее. Да, и стратегически, и тактически, и оперативно видеть. То есть, и обладающий этим умением является Вавилов. Андрей Вавилов. Это который сказал в своем... Андрей Николаевич Вавилов, да, который ныне является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. Для нас, не для сторонников «Единой России», если бы «Единая Россия» его бы выдвинула в главы города, заметьте, что он не зависит, при том, что умеет разговаривать с этими олигархическими группировками, он от них не зависит. Никоим образом. Он приходится ему там вступать в какие-то там переговоры, соглашения и так далее, и так далее. Это у нас и жизнь как бы как таковая, да. Но этот человек реально может и стратегически, и тактически, и оперативно управлять городом в интересах горожан. Ну подождите, может быть, вот сейчас мы спросим Юрия Львовича Шлемензона, может, у него есть планы? Ну, я так понимаю, что на главу города. Юрий Львович не исключает. Юрий Львович, добрый Можно день. Можно я быстро... Юрий Львович. Юрий Львович. Добрый день. Добрый день. Вот у нас прекрасная возможность сейчас пообщаться с Юрием Львовичем, как победителем одного из одномандатных округов. Я сегодня такой роли. Я вас, во-первых, поздравляю с победой на выборах. Спасибо большое. Мы все поздравляем. Ну, я просто сегодня главный поздравляльщик. Да. Вот, да. Ну, собственно говоря, мы тут говорим о том, что будет дальше вот после того, что произошло вчера, да? Вот ваше видение того, что будет происходить в Думе дальше. Ну, у меня задача такая стоит. Я, когда проводил предвыборную кампанию, разработал такой документ, который назывались «Наказы Шлемензона». Я собрал их больше 2000. В каждом по несколько пунктов, к сожалению. Это говорит о том, что в том округе, в котором я выбираюсь, ну, жизнь не так налажена, как даже в центральной части города. Это точно, Юрий Львович. А напомните, какой округ имеем в виду? 14-й округ, который начинается в Сидоровке и заканчивается Гнусино. Это по протяженности самый большой округ. Ясно. Вам даже надо сразу на 3 срока избираться, Юрий Львович. Да, вот я прикинул, что там за 10 лет теми задачами, которые необходимо выполнить, чтобы уровень жизни как-то изменить в этом районе, надо много поработать. И с бюджетом, и по организации. То есть вопросов много, касающихся и ЖКХ, общественного транспорта, освещения, да, улиц. И, ну, в общем, вопросов очень много. Я их сгруппировал все по группам, по участкам даже у меня такая проработка есть. Так что заняться мне есть чем. Юрий Львович, я уже боюсь спросить, Дмитрий наверное, Русских. Вы со своей основной работы хотите уйти, потому что планы громадные, я думаю, но что... у меня же есть еще и помощников большое количество, вот так, которые мне будут помогать, я надеюсь. Я думал, что вы все уже...
Нет, я еще не подготовился к такой части. Просто у вас очень глобальные планы, я так думаю, что их так как бы на общественных началах сложно будет. Если не делать, то зачем было бы избираться, надо все равно... Я понимаю, что 100% не охватить этих вопросов, но заниматься надо. Я вижу, как можно многие вопросы решать, и думаю, что надо этим заниматься. Ну, в целом, Юрий Львович, вы на ближайшие 5 лет, именно на 5 лет настроены, чтобы планомерно реализовывать задуманное? Ну, не менее 5 лет, да. Не менее 5 лет? Да. Вы в городской думе? Уже избрался, конечно. Да. Да. Ну что ж, удачи. Удачи, пожелать. Конечно, да. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. А вы, Юрий Львович, это про главу-то не спасибо, спросили. Спасибо, Юрий. А он как-то ушел тихонько. Юрий Шлемензон, победитель по вот одномандатному округу номер 14. Я буквально вкратце, вот я беру газетку, которая вот по всему городу была раскидана, и вот то, что сейчас сказал мой коллега про Андрея Вавилова. Вот он пишет конкретно, что федеральный центр деньгами на развитие города будет давать только в том случае, если победит партия «Единая Россия». Правду это сказал? Ну, это неправда, на самом деле. И это как бы нехороший такой посыл, это шантаж фактически получается, да? То в данном случае вот Андрей тут вышел... Мне кажется, Андрей Николаевич тут как-то вот так вот он с подвыпадвертом подошел к этому комментарию. Ну, тут все так... Он осознавал. Ответственность, да? Да, осознавал. Ну, за... да, ну, мне кажется, так пока. Понятно, что я понимаю, что выборы это такое мероприятие, когда все методы хороши, но тут, мне кажется, надо все равно соблюдать корректность, и я всегда слежу за любым кандидатом, который ведет себя очень корректно и честно. Это на самом деле первый признак того, что он будет на самом деле хорошим. Назовите мне кандидата от «Единой России», который... Кто не врет. Который вел себя... Корректно. Ну, сейчас мы сделаем маленький перерыв. За этот перерыв, наверное, можно будет посмотреть по списку кандидатов, да? По списку кандидатов. Нет, вот нам редактор наш Анна Лапшина пишет, что она набирает нашего очередного спикера. Ну, что нам скажет звукорежиссер? Сходить на рекламу? Давайте сходим на рекламу. Давайте сходим, да. Так, мы уже выходим на коду, у нас финишная прямая впереди, мы и обсуждаем итоги выборов, прошедших 10 сентября, и во втором часе мужского понедельника говорим об итогах выборов в Кировскую городскую думу. В общем-то, о многом уже сказали, у нас сейчас на связи еще один кандидат на прошедшие выборы, это Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Да, Алексей, напомню, один из наших самых активных спикеров. И, Алексей, вот мы хотим из первых уст узнать, как у вас ситуация сложилась. Проходите вы, ну, вы в шестой состав, не проходите, мы понять до сих пор не можем пока, честно говоря. На сегодняшний день, на сегодняшнюю секунду, скажем так, тот процент, который набрала наша партия, нас полностью, в принципе, устраивает. То есть мы повторили результаты 2012 года, и 1/5 кировчан доверила нашей партии свои голоса. Поэтому там лично у меня сейчас мы обсуждаем вопрос по списочному варианту кандидата. А что касается одномандатом, то, к сожалению, да, я там на своем округе проиграл по объективным причинам в том числе. Вы знаете, у меня такой есть комментарий, вот, когда знаменитый волшебник, чародей и маг Копперфильд завораживающе свои фокусы проводит, то вот у меня ассоциация с кировскими выборами, и у меня всегда возникает вопрос, как они это провернули, как у них получился этот фокус, ну почему в каждой 9-й квартире мне только говорят о том, что мы поддерживаем Единую Россию, а на сегодняшний день процент у Единой России 40%. Ну как это получается, я понять не могу, и никто не может понять. Ну вот, к сожалению, победителей не судят, но реальность такова. А число квартир, которые обошли, вы писали, более 2000, если не ошибаюсь? Около 3000 квартир, около 3000. Только в своем округе я посетил. И только в каждой 9-й говорили о том, что будут за Единую Россию голосовать. Естественно, но да. Прям, и, вот, и, но прям и когда такие массовые голоса набирают Единая Россия, их кандидаты, самое интересное, то у меня возникает вопрос, ну вот как Копперфильд свои чудесные фокусы делает, видимо, здесь просто какая-то пришли такая на история. Участок пришли как раз люди из каждой 9-й квартиры, вот и все. Еще раз повторюсь, ну, конечно, есть, да. Вы сказали, что обсуждается вопрос сейчас по списку «Справедливой России», то есть вот как решится этот вопрос, то есть будет понятно, пройдете вы, не пройдете? Только ли в рамках списка сейчас возможно? Сейчас внутри партии, условно говоря, идет дискуссия, и мы смотрим на предмет того, какие все-таки кандидаты будут проходить по списку, какие нет. Но пока этот вопрос дискуссионный, я его разглашать не буду. А напомните, пожалуйста, первую тройку в списке «Справедливой России»: Василий Сураев, Сураев, Бакулев, Каргопольцев.
Ага, спасибо. Спасибо, ну удачи в любом случае, удачи. Володь, а можно еще, да, вот я добавил, мы вот обсуждали там, да, кандидатов, Алексей, на главу Кузьмин, города. Мы, понятно, что понимая, мы все тут здравые люди, все понимаем, да. Конечно, мне бы было приятно, и я пошел на выборы и ходил, я бы, конечно, хотел обсуждать и видеть там, допустим, в этом списке еще Василия Куприянча Сураева, да. В принципе, он в вашем эфире подтвердил, что он, в принципе, если сложится так обстоятельства, он готов, да. Я считаю, что на каком-то этапе это был бы лучший вариант для нашего города и был шанс. Но, к сожалению, мы сегодня видим расклад сил, что 23 депутата от «Единой» и 13 депутатов от всей оппозиции как бы однозначно не сформируют и не предложат своего кандидата. При этом я хочу еще вам следующее сказать. Вот Азиз вот сказал, что если бы кто-то бы было запущены кандидаты от самого движенца, они бы и сделали другую картинку. Вот я вам честно скажу, что сделало бы другую картинку и что до сих пор наша оппозиция понять не хочет. Что если бы они разделяли округа и выдвигали от оппозиции на каждом округе одного единого кандидата, расклад был бы совершенно другой. Согласен. Да. Согласен. Все попытки, которые всегда я еще, когда находился депутатом и вел и от КПРФ, от Справедливой и там от ЛПР, никогда не заканчивались процессом тем, который мог бы привести к тому, что на каждом округе определялся сильнейший из оппозиции и поддерживался всей оппозиции. Поверьте, что на этих выборах городских как бы подтвердило о том, что они друг другу, оппозиция мешала и съедала голоса. И вот на втором участке... Ахмянину, и уже не первый раз. Да, в Ахмянину не хватило всего 10 голосов или 5. Угу. Да? При этом там вторым шел, третьим шел ЛДПР. Понимаете? То в данном случае... вот. Ихнее нежелание вести дискуссию и договариваться приводит к тому, что они сегодня находятся в таком положении. Вот 13 мест, ребята, вы получите, и этому радуйтесь. Ну, по большому счету. Из-за того, что вы не ведете никаких дискуссий, вы не договариваетесь, и все находятся с большими амбициями. Но мы сегодня видим, что эти амбиции не приводят к результату. Не приводят, а друг друга расталкивают. Да, и они сегодня тем самым как бы... Вот, допустим, у меня вызывает большую грусть. Да? Мы понимаем, что теоретически это можно было сделать, и можно было Думу провести совершенно других кандидатов, если бы они договорились. И мы бы сейчас сидели, не обсуждали единороссов, обсуждали бы еще 2-3 кандидатов от оппозиционных партий, в том числе и Сураева. Остается 7 минут у нас до конца. Давайте сейчас четко по таймингу пойдем. У нас сейчас слушатели прорвался наконец-то к нам. 211-101. Вы уж извините, у нас просто сегодня так активный такой эфир. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый, как вас зовут? Меня Олег зовут. Олег, буквально несколько секунд. Виктор Михайлович, Азиз Ульевич, вопросик можно, да? По выборам губернатора. Да, мы сейчас, кстати, к ним хотели вернуться, да. И вернемся. Слушайте, ну вот смотрите, в 2014 году выбирали губернатора, выбрали Белых. Выбирали в России из 30 губернаторов, значит, Белых занял 23 место, по-моему, 70% с небольшим у него было. Около 70, да. Да, сейчас выбирали из 16 губернаторов, выбрали Васильева, по-моему, 64%. 68. Ну, не знаю. Да. Ну, 64, но он 13-й. Есть какой-то вот, можно ли вывести какой-то коэффициент доверия по отношению к выборам прошлым, выборам настоящим, так сказать, сравнить коэффициент доверия к Белых и к выбранному губернатору. Есть какое-то мнение у ваших гостей? Спасибо, Олег, спасибо. Спасибо. Но тут Олег, самое, что очевидно, ну, сравнивать Белых и Васильева... Не, смотрите, любовь населения, она практически равна одинаковому проценту. То это говорит о том, что, в общем-то, наши избиратели любую власть любят примерно одинаково. Что сегодня Белых, что завтра Васильев, послезавтра Иванов, Петров, примерно будет все примерно так же. То это говорит о том, что стабильно любим власть. Любую. Какую они предложат, она в принципе одинакова. Хотя на самом деле Васильев и Белых совершенно разных два человека, да? Конечно. Но процент их любви от населения примерно одинаковый. Тут, конечно, и административные ресурсы, и многое-многое что может быть, но тем не менее это стабильная любовь. Ну, стабильно, обратите внимание, стабильно не очень высокая любовь, потому что получается процент по сравнению с другими регионами, да, даже не национальными. Нет. Я считаю, что это высокий процент, давайте не будем заблуждаться. Тем более, и что Белых, что Васильев, они приезжие, они варяги. При всем при этом выборы сразу проходили буквально у одного там через... Ну, у Белых, кстати, гораздо больше. Белых 4 года отработал. Васильев через год набирает такой же процент, то это говорит о том, что, в общем-то, как раз административный ресурс любовь, она стабильна. Азиз Алиевич, готовы поспорить? Нет? У меня нет такого однозначного ответа, потому что я думаю, что у Белыха на прошлых выборах больше было сторонников, поддержки, доверия ему и сторонников, да. Но не забывайте, что вот эта система, когда президент назначает в Рио фактически человека, который в конечном итоге хочет видеть на этой должности, дает
очень большие возможности, значит, этому кандидату. И поэтому он так или иначе, то есть масса людей, которые мыслят недоверием, а масса людей видит, мыслит количеством показов по телевизору, так сказать, этого кандидата, представителя власти, который все время там мелькает только потому, что якобы он не кандидат, а руководит этой исполнительной, этой территории. Я считаю, что это, по большому счету, нарушение прав избирателей, потому что мы в итоге не получаем реальную конкуренцию ни имен, ни программ, ни вот всего остального. Таким образом, в конечном итоге страдают, собственно говоря, жители. И я бы еще добавил, для страховки еще создали муниципальный фильтр, чтобы мало ли чего-то не произошло. То как раз муниципальный фильтр практически полностью отрубает всех кандидатов, которые могли бы реально побороться, и которые представляют... Не раз уже об этом говорили, да. То это очень сильно, на самом деле. Да. Сергей Мамаев с вами и с нами на связи. Да. Сергей Павлинович, добрый день. Добрый день. Добрый день, приветствуем вас. Буквально минута на общение. Как оцениваете итоги выборов и свой результат? Ну, я своим результатом очень удовлетворен. Я хочу всех поблагодарить, кто голосовал за нас. Это настоящие патриоты Кировского края, во-первых. Во-вторых, выборы были грязнейшие, потому что в этих выборах мы очень много, так сказать, нарушений выявили. И сегодня в областной избирательной комиссии будет особое мнение по отношению, в общем-то, выборной кампании. То, что касается... Сегодня в целом выборной кампании, то здесь использован административный ресурс. Если бы сегодня чиновники уходили в отпуск и не использовали административный ресурс, то выборы были совершенно другие. Тем не менее, 27% сегодня пришло на избирательные участки. Вы подсчитайте, арифметика простая. Сегодня в основном пришли работники, так сказать, наемного труда в муниципалитетах и в государственных органах власти. То, что касается простых людей, они проигнорировали. 80% сегодня не пришли. Какая легитимность сегодня выбранного, по сути дела, ее нет, он нелегитимен. И тут гордиться нечем, что они выиграли. Тем не менее, результат самый низкий по всей территории Российской Федерации у господина Васильева. Сергей Павлович, можно вопрос? Сергей Павлович, простите, очень мало времени, да, вот Азиз Агаев, вот один вопрос. Я его раньше хотел задать еще Кузьмину. Вот скажите, почему ваши сторонники не пришли на выборы? Мои сторонники пришли на выборы. Почему? Если бы они не пришли, то не было бы у нас такого результата хорошего. Результат хороший, но почему не 40%? Почему не 40%? Потому что, я еще раз подчеркиваю, в выборы сейчас уже перестали люди верить. Сторонники-то пришли, вот именно простые люди, те, которые не работают сегодня в органах власти, они пришли и проголосовали за нас. Но этого оказалось мало. Даже этого для второго мало, конечно, остальные оказалось. Дома посидели. Спасибо. Да, и многие дома посидели. Спасибо. Итоги есть, итоги, уже их не изменить. Да, Сергей Мамаев был с нами на связи. Сейчас Кирилла Черкасова мы будем набирать. Еще минутку, если успеем, пообщаемся. Сразу так оперативно наберем. Хочется его комментарии тоже услышать. Не получается у нас сегодня, видимо, поговорить о том, о вашем видении дальнейшей жизни в Кировской области. Давайте так договоримся. Когда будет инаугурация, в этот день эфир как раз вот этому посвятим. Хорошо? Ну, нас, конечно, как жители города Кирова, и очень сильно еще и волнует и развитие нашего города. Безусловно. Да, то, конечно, кто будет главой администрации, будет зависеть там 5 лет, как будет жить город и развиваться. То это тоже очень важный вопрос для кировчан. И понятно, что кто бы ни пришел сегодня в руководство, они должны четко понимать, что если еще 5 лет такого же безобразия, которое творился, то на следующих выборах явка будет уже не 22, а 12 или 10. Слушайте, а вот фантастика, как бы вот, если вот эта вот часть, которую вы первым часть, так сказать, «Единой России», которую рассказали, объединиться с оппозиционной частью и выдвинет Сураева все-таки в главы. Смотрите, я в этом плане уже думал, но вам хочу сказать, что на самом деле все может изменить один человек, сегодня который выбран губернатором Кировской области. Если он посчитает, что как бы развитие и как бы... Если ему интересно, это интересно развитие Кирова. Именно города Кирова и вернуть доверие кировчан и именно дать возможность все-таки городу развиваться и догонять своих соседей, которых мы там в ближайшее время сильно отстали в этом плане, да, то, конечно, новый губернатор может, который сегодня избран, поменять всю картинку, и понятно, что как бы это его будет прерогатива, на самом деле, кто будет главой города. То есть есть 2 шанса из 100. Да, есть 2 шанса из 100, и, в принципе, на самом деле, это был бы хороший шанс, потому что сегодня надо понять, или мы развиваемся, или мы снова стоим. То мы говорим о том, что, может быть, такого безобразия, о кого мы обсуждаем из «Единой России», не будет, как было там при всем известном товарище, там, да, но, по крайней мере, мы тоже понимаем, что
сильно мы никуда не убежим, потому что и возраст, и основное образование не дает возможности стратегического развития там, да? Мы сегодня говорим, что нам нужны люди, которые знают, как из города сделать конфетку. Да, и как его развивать, да. И как работать с бюджетом, и как разговаривать с бизнесом, с предпринимателями, с обычными людьми. Конечно, в этом случае мы сегодня подходим к такому мнению, что, конечно, для кировчан было бы большим благо, и в том числе для губернатора Васильева, это, если бы его взгляд упал на Василия Куприяновича Сураева. Это мое личное мнение, я думаю, что отец меня поддержит. Да, да, я поддерживаю. На этом завершается программа «Дневной разворот» или «Мужской понедельник». Благодарим наших гостей, Азиз Агаев, Дмитрий Русских. Ну, спасибо всем. Договариваемся, да, поподробнее говорить о дальнейшей жизни. Я думаю, да, мы как раз, я думаю, что с Азизом не будем приглашены на инаугурацию, так что мы готовы тут ингурировать. Спасибо. Ровно 20, через 20 минут программа «Особое мнение». Сегодня гость нашей студии ректор ВИАТГУ Валентин Погач, Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Всего доброго. До свидания.